Департамент агропромышленного комплекса Тюменской области и представители двух птицефабрик подписали соглашение о сдерживании цен на куриные яйца. Согласно документу, цена на продукт не должна превышать 100 рублей за десяток. Такое решение, по словам специалистов, позволит повысить конкурентоспособность продукта Тюменской области. Планируют отпускные цены в магазинах стабилизировать в ближайшее время. Нам надо поставить в определенные рамки сети торговые. И мы сегодня договорились. Договорился департамент АПК, естественно, и руководители птицефабрик о том, чтобы цена, которая устанавливается между товаропроизводителями, птицефабриками и сетью, не была выше 99 рублей.